Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти люди нуждаются в свободе мыслей и поступков. У них ясный проницательный ум, огромный интерес к окружающему миру. Они быстро загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как только их увлекает что-то новое. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Несгибаемая воля этих людей все заставит довести начатое дело до конца. Покровительство воинственного бога Марса дает этим людям прекрасные бойцовские качества. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Люди с шипящими именами одарены в области изящных искусств, имеют хорошие артистические данные, обладают врожденным чувством такта, никогда не заденут чужого самолюбия. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Согласное «Ш» в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.